2, 3! Еще раз! Крым! Крымская весна в Барнауле. Студенты краевой столицы отпраздновали 5-летие с момента присоединения полуострова к России ярким флешмобом. На нулевом километре звучали знаменитые лозунги. Было много шаров и массовое построение в слово «Крым-5». Так бойцы и ветераны студотрядов, а также ученики спортивных школ города вспомнили события 2014 года. Так, ну что ж, проверяем. Хорошо. Нам сказали в отряде, что надо сходить и сделать. Крым же – это часть России. Я патриот своей страны, поэтому я здесь, чтобы все увидели, что мы их поддерживаем и мы их любим.